Всем привет, с вами Максис Гейминг. Короче, пришла мне такая очень смешная идея в голову. Почему бы еще не попытать свои нервы и не пройти демон экстремальной сложности? Ice Carbon Diablo X by ни хер его знает кто. 547 попыток в практике, но там у меня еще на копиях просто дофигелиард попыток. Сейчас я просто настроен. Ну, это, конечно, первый день, я не думал, что я его пройду. Ну, планирую хотя бы поставить 30% на сегодняшний день. Погнали. И да, у меня тут ремикс стоит на клабстеп, потому что клабстеп с авторскими правами все-таки. 3%, кстати. Самый сложный тайминг в этом уровне — это вот такие вот корабли. И чтобы их проходить, надо тупо к ним привыкнуть. 6%. Тут надо уже использовать пробел, потому что не всегда ты проходишь на мышке. Так, отлично. 11! Уже неплохой такой рекорд, только непонятно, как я там умер. Так, что-то я не могу уже пройти начало очень долго. Давайте уже пройдем его. Так, все, отлично, погнали. Ну, что-то тут случилось, да. Блин, опять непонятно, как умер. Дроп! Наконец-то нафиг! Погнали! И пригнали! 26! Блин, так и знал, что в нормале здесь сдохну. Вот. Нет! О! Да ё-моё, что такое? Опять я умер. Да блин, я смог соблюсти вот этот тайминг в перевернутом портале, блин. Да блин, ну сейчас не смог соблюсти этот тайминг. Вот я... Так, блин, ну говорю, на каждом проценте сейчас умирать буду. Я записываю видео! О, мага! Блин, ну шо. Да блин, ну я ж нажимаю, ну почему оно не нажимается? Да блин, что это? Офигеть. Блин, зачем я там лишний клик сделал? Нет! Ну куда он так? Не, вот один из 7 случаев я, наверное, пройду вот этот вот тайминг, блин. Пипец. Да я... Ну куда? Ну да. Да, да что? Блин. Да конечно. Шестьдесят пять. Час 24, блин. Ёпарс, это долбанный насрал. Бра. Итак, второй день прохождения этого замечательного экстрим-демона. В практике кораблик с первой попытки пошел. Ну-ка, давайте так же. Вот я без шуток рофлов сейчас говорю. В практике я 4 раза подряд этот долбанный корабль прошел. Нет!
Тюрьма. У меня сейчас нафиг сердце Я хочу пульс померить. 120. Ох, долбаный насрал. Я, конечно, как всегда, непонятно, как умер, но... У меня не нажалась сфера. Нет, я зачем-то нажал дополнительно... Пошел. Ну, какой же я умничка, черт возьми. Я битнула эскорбанд! Я битнула эскорбанд! Так, ладно, могу считать попытки. Ровно 3600. Блин, 6 дней назад мечтал вот это написать. И жалко, и хочет добавить меня в друзья. Всем удачи, всем пока!